Громкий процесс по делу о таблетках-убийцах начинается во французском Нантере. На скамье подсудимых разработчики антидиабетического препарата «Медиатор». В 1975 году он был выпущен корпорацией сейчас 90-летнего Жака Сервье. Обвинение утверждает, что от этого лекарства погибли от 500 до 2000 человек и настаивает, разработчики намеренно скрывали, что в состав препарата входят опасные компоненты. Исследование, проведенное в 2000-м, демонстрирует побочные эффекты норфенфлюорамина, в частности, сердечные патологии, которые были зафиксированы у жертв этого лекарства, говорит адвокат пострадавших. Этот компонент медиатора провоцирует повышение артериального давления и в 3 раза увеличивает риск возникновения пороков сердца. Скандал разразился в 2009-м. Если вина будет доказана, корпорацию закроют, а самого Сервье могут посадить на 4 года.